Сколько вам лет, Женя? 26. Вы здесь живете, в городе Павловский, да, да. Посад? Да, там. А кем работаете? Я работаю вообще в Москве водителем. И как вам вообще жизнь ваша? Ну как, нормально. Нормально? Если, можно жить. Все устраивает? Не знаю, может, не все, но жить можно. Ходили, покупали, я уже устал стоять. Что вы думаете тогда о том, какими будут эти выборы? Честными, бесчестными, хорошими, правильными? Да не знаю, если честно, я уже последний раз не ходил на выборы, потому что, да, в принципе, там уже, наверное, знают, кто кого изберут. Медведева, наверное, изберут, скорее всего. Я думаю, так. Это вы про выборы президентские, да, говорите? Да, да. А вы про какие говорите? Про декабрьские, которые будут в Государственную Думу? Да я не знаю, там тоже все уже ясно. Все все равно будут на своих местах, все Зюганов, там Жириновский, все равно все сядут на свои места. Вот все говорят так, а получается, что вроде от нас с вами ничего не зависит. Да я думаю, что нет, а их там олигархи спонсируют. Ну да, мы не олигархи. Но мы можем каким-то образом повлиять на выборы и на жизнь внутри страны так, чтобы наше мнение учитывалось, наши депутаты избирались. Как вы думаете? Ну, думаю, можно, если так. Ну, много народу, если придет на выборы, и много проголосует честно. А так, конечно, и один голос ничего не решит, мне кажется. А по поводу президентских выборов что вы думаете? Да я думаю, что там тоже все решено уже, там преемник будет Медведев, там все ясно. А почему именно Медведев, а не, скажем, Иванов? Ну, может, Иванов, не знаю, может, Иванов. Одно из двух. Ну, нам от этого лучше станет жить? Да я думаю, что будет так же, все нормально. Думаю, Путину лучше сделать, чем есть. Так что